чучел стал квадратный. Квадратный чучел наш, он же ж круглый должен быть. Ничего себе. Так, ну-ка, мышка, я тебя сейчас поймаю. Лети ко мне. Куда она делась? Она залетела в это отверстие. Блин, как же ж мне туда попасть, а? Что же делать? Так, прыгать надо. Блин, опять очередная головоломка. Ну, будем думать, что же тут надо делать? Что это за жаба такая? О! Весело! А ему весело! Ого, язык вытянуло! Сейчас вон все тучки, облачучки, облака все съест. Так, ну и что случилось? Что дальше будем делать? Так, ну-ка, ты что делаешь? Ого, глазища в разные стороны. Ага. О, так вот кто облака там пускает. Ну, тучи, вернее, они какие-то зеленые, что ли. Так, бежим. Ты кто такой? Что с тобой нужно сделать? Ну-ка иди, может тебя запыльнет в космос сейчас. Ого! О! Во, блин! Значит, это вот туда-сюда прыгает. Что-то надо сделать с ней. Так, что же сделать? Это кто такой? Это что за блоха такая? О, монстр, ничего себе, испугался! Блин, маленький, а зубастый. О! Так, ну, все, отошел, бежим. Бежим смотреть. Давай, брук. Надулся. Куда? Что тут надо делать? Теперь, может, тебя запустить надо? Ты ж потяжелее. Ну, давай. Залезем сюда. Ну, давай, запускай. Давай. Ой, блин, на меня. Где-то, кажется, мне надо где-то в другом это. Как он вылез через рот? Постесняюсь спросить. Ё-моё. О, почти долетел. Блин. Да, блин, почти ж долетела. Ну ладно, ищем дальше. Что же тут надо сделать? Ну-ка, отнесем тебя, малявка, наверх. Нет, не наверх. Стоп. Он должен упасть. А, наконец-то подсказка. Сейчас мы посмотрим, что надо делать. Куда я лечу? Куда лечу? Так, никуда не лечу. Ничего не получилось. Ничего не получилось. Вот это, блин, головоломка. Ну что ж тут надо делать? Сейчас посмотрим. Так, что нам там подсказывает вопросик? Куда-то сесть, куда-то плюнуть и в отверстие залететь. Так. Это летит туда, это летит в рот, что ли, ему? Этому, блин, языка тому в рот? Так, и чё? Он должен спрятать, наверное, язык. А, мне надо... Вот. Ой, куда он залетел? Я туда хотел. О, вернулся, молодец. Так, теперь мне надо... Вот этого, наверное, на пушку зарядить. Это, или как я там? Так, сюда сажаю. Чтобы она ему в рот залетела. Кажется так. Ну-ка, сейчас попробуем прыгнуть. Сигануть туда. Так, а ты... Давай. Ты ж должен съесть его. Оп, ничего себе, он его проглотил. Потом он его, наверное, выплюнет. И вместо вот этого, может, я должен съесть. И он туда его, если выплюнет. Ну, правильно, он же туда его выплюнет. Ну-ка, подсказочка. Чучел, я тебя не понимаю, давай показывай рисунок. Так, ну ладно, попробуем. Вроде я правильно понял. Он же выплюнет его. Бам! Он, ну, даже какой маленький, запустил меня туда. Ура, получилось! Ребятки, все получилось! Отлично, идем дальше. Идем дальше, что нас там ждут за пределы? Вот, танцы, тру-ля-ля. Вот колбасит вон того посередине глазастого. Обалдеть. Колбаска. Это кто такой? Это курица, что ли? На яйцах. Ну чё, как он туда спрятался? Нам его надо оттуда достать. Чё она делает? Она спит? Ну, у неё же глаза открыты вроде. И смотрит на меня. Надо что-то тут-то выбирать.
Так, ну сейчас мы выберем. Выберем. Попросим ее отдать. Она ничего не понимает. Ничего не поняла, что мы сказали. Так. Двигаем. Ого, вот это лапище. Крылище у нее. Достала меня, швырнула об землю. Так, давай. Ого, о, ничего себе, вот это вот. Блин, все. Отлупасила. О, колыбельная. Сейчас чучел наш споет колыбельную. Все, спит, надо подкрасться. Так, берем, берем. Где наша вишенка? О, это что за желудь? Яйцо, что ли? Ой, это что за монстр? Дятел какой-то. О, блин, звоночек. Все, капец. Кажется, все, замочили нашего чучела, все мозги последние выбили. Что нас ждет дальше? Какая головоломка, ничего себе. Тут, наверное, что-то сложное будет. Да когда же, когда ты отдашь? Куда? Прям стакан. Что же делать теперь? Как же достать? Это что? Поднять? А это наклонить, что ли? Ну-ка наклонить. Давай. Давай, качок. Ты же наш... Ну ничего себе, силач стакан перевернул. А это кто ты? Почему зубы гавкают? Бежим. Собака какая-то. Зубастая. Блин, надо же вишенку забрать. Ну, поднимем. Не получилось. Да что ж тут надо сделать? Надо поднять стакан. Нет, надо, чтобы собака оттуда вышла. Челюсть. Вот какой смельчак. Ого, прокатился верхом. Он не видит нас, наверное. Или видит? Ого. Открыл свою зубастую челюсть. Ну, поднял, поднял, ничего себе. А как теперь туда запрыгнуть надо? Надо ж туда запрыгнуть. Как мы туда попадем? Что это за тюбик? Ну вот, начинается настоящая головоломка. Чтоб прыгать. Ого, давай-давай, долетел. Ого, стакан не попал почти. Что будем делать? Что это? А это что такое за чернильница? Крышка? Ну, на крышку нажму. Ну, открыл. А что дальше? Может попрыгать и что будет? Её что, сожрать можно, что ли? Так, прыгнуть, прыгнуть, давай. Бум! Прыгнули. Ого, змея выползла! А щетка боится змей. Да это же паста, ты не бойся. Мы же всегда пасту мажем на зубную щетку. Залезли, это что? Ой, на кран надо. Теперь нужно прыгнуть. Не попал. Почему не попал? Ну как так он не попал? Он сверху. Да блин, опять, давай, опять. Шипи, шипи на нее. Беги, давай. Давай, давай, залазим. И что делаем? Опять на кран прыгаем. Что ж теперь надо делать? Может, в дырку залезть надо эту? Ну-ка попробуй. О, куда он делся? Откуда он вылезет? Он сейчас воду включит. Что он сделает? Это кто лезет? Это что, чучел вылез из раковины? Ничего себе, он, блин, поднял, смотрите, геркулес какой-то. Силач, а сейчас упадет, закроется. А, хорошо, в сторону упала. А что тут надо делать дальше? Ты подошел, собака уже не боится. Что же тут надо делать? Вот это, мы еще вот этого не нажимали. Пошли попрыгаем. Что это такое вообще? Вверх, вниз, вверх. Раз. Ого, что за сопля? Что это, чернила зеленый? Я не знаю, что это. Вы знаете, что это? Напишите в комментариях. Я теряюсь тут. Это вода, что ли? Зеленая какая-то слизь. Не знаю, ладно, прыгаем. Прыгаем и наполняем. Вон она куда делась. Ее много там сейчас, она туда должна вся натечь. Какая она тягучая! Фу, не буду говорить, на что это похоже. Фу.
теперь опять надо туда залезть. А с этой стороны можно с ней? Смотрим. Давай, чучел, ты ж можешь. Все. Так. Давай. О! Че, получилось вишенку взять? Ура, ура, ура! Радуемся! Так, че, надо вылазить? Ну-ка, давай, вылазь. Куда он побежал? Ого, сколько их там! Чуть не зажрали мою вишню! Та-ра-та-та-та-та-та. Че это за выключатель такой, а? Че он делает, интересно? Надо попробовать. Вроде никого нет. О, темнота. Что происходит? Что за звуки? Что случилось? Он стал квадратный. Ничего себе. Квадратный чучел. Он это увидел. Паника. Надо срочно перевоплотиться. Пони? Пони, что ли? Я не могу. Кто это? Это теперь комар, насекомое. Это что за спираль? Хвост какой-то крученый, хрюшка. Рыба? Он стал рыбой. Вишня? Да как такое возможно? Он получил вишенку. Да. Кажется, он хочет теперь три вишенки. Это кто такой? Где вишенка? Это кто такой? Это смерть, что ли? Без косы только. Кролик зубастый. Ой, что надо? Надо, чтобы он исчез. О, их стало два! Они увеличиваются вместо вишенок! Боится! Три! Да сколько их там в темноте этой? А, нет! Капец, кажется, кому-то пришел. А что с ним будет дальше, ребятки, вы узнаете в следующем видео. Поэтому подписывайтесь на канал Веселые Кнопки. И увидимся в следующем видео. Пока-пока!